Всех приветствую, всем приятного просмотра, и я таки перенес все свои вещи на нашу новую базу. В прошлой серии я говорил, что это так сделаю. Вот они у меня здесь все лежат. Да, плюс еще сюда принес себе робота-пылесоса, который должен убирать это все, робот-уборщик, но он что-то не хочет. Да, украл я его, короче, в одной локации. На той локации он ездил по полу, все убирал. А сейчас он у меня просто вот так вот левитирует и нямает что-то. Ладно, пусть нямает. Предлагаю в этой серии, знаете, куда слетать? Вот в это вот место. Вот сюда. Там, по идее, мы сможем с вами добыть недостающие элементы для тачки. Вот это энергетическое ядро. Две штуки, по идее, там должно быть. Так, для этого мне нужно будет скафандр кедр. Скафандр электрика, потому что меня там током будет бить. Так, давай посмотрим. Взять. Где ты? Не то установить. Давай сюда тебя установим. Во, все. Теперь у нас с вами есть штанга. А мы с вами спортсмены. Так что давайте садимся. Наш пылесос и поехали. Только не могу понять, почему у меня нету крафта самого этого пылесоса на столе. Куда он делся? Тачка вроде бы есть, осталась вот это, а от самого пылесоса нету, хотя я вроде изучал. Да, кстати, там, где вот это вот было два задания, выполнил я их без записи. Было нудно. В основном я туда-сюда гонял с базы на базу. Так что не стал записывать. Я думаю, это будет немножечко поинтереснее, возможно. Так что поехали. Интересно, здесь есть логический финал, либо нету? Ну, типа что? Мы спаслись, улетели, и все, и на этом игра закончилась. Или мы будем тут, как в песочнице, вечно играть? Так, для начала нужно будет вот сейчас сюда залететь, пополнить кислород. Потом залететь в эту штуку и дальше уже вот сюда. Я таки не нашел еще штурвал себе. Не знаю, где мне его искать, чтобы отсканировать. Чтобы мы могли с вами в нашей базе приделать двигатели. И кататься на ней. Хотя, возможно, это и не предусмотрено. В этой игрушке. Так. Давай залетаем. Все, тормози. Дай мне немножко кислороду. Вот таких вот штурвалов я нашел всего лишь 3 штуки. А где найти еще? И вот, к примеру, куда ты заходишь сюда. Здесь, по идее, в снаряжениях. Где тут инструменты, предметы? Вот оно, штурвал. 3 из 4. Нашел себе двигатель. А штурвал найти не могу. И здесь у меня нету почему-то нашего пылесоса. Я не могу его тут крафтить. Либо я чего-то не понимаю. Хотя вроде, опять же, я его полностью сканировал, полностью изучил. Так, где наш транспорт? Ага, вот иди. Полетели. Да, кстати, если вы сюда надумаете лететь, то вам понадобится скафандр электрика, потому что будет бить током. И надо будет эти все обломки поизучать потом, наверное, если тут что-то есть интересное. Хотя навряд ли, но все-таки нужно будет посмотреть. Так, а давай заодно сюда слетаем, пока у нас есть время. Посмотрим. Даст нам что-то изучить, либо не даст. Это же энергетическое ядро компании Прессив. Не знаю, кто и зачем перевозил такие технологии на лайнере, но теперь наличие электромагнитных аномалий несложно объяснить. Кстати, не рекомендую пытаться выключить активное ядро. Скорее всего, это приведет к печальным последствиям.
Мертвый независимый разработчик ПО. Знаете, что такое независимая разработка? Это глупость, когда два дурака берут отцовский компьютер и пытаются сделать игру про космических куриц. Подождите-ка. Так. Угу, там Рейдер, это мне неинтересно. Давай мы тебя разрушим. Вот, забрать, забрать. Изолента, водичка, хорошо. Здесь мы ничего изучить не можем с вами? Нет, к сожалению. Вот это вот ядро мне нужно будет как-то забрать потом. Только как это сделать? Возможно, мы сможем, отключив центральное. Ладно, полетели внутрь. Потому что сейчас кислород закончится. И надо будет сюда вернуться, так что напомните мне. Сюда вернуться. Так, все, тормози. Полетели. Вот таких вот два ядра мне нужно будет, все чтобы... Все это напоминает старые космические станции, которые использовались около 50 лет назад для связи между планетами. К тому же некоторые комплектующие точно производились на заводах агентства Брессидж. Так, а что мне нужно? Мне нужен щуп. У меня же есть щуп? Либо щупа у меня нету. Не, щупа у меня нету, чтобы смолу забрать. Ладно. Значит, она нам и не нужна, да, та смола? Давай поедим, попьем. Давай смотри, что у нас тут ждет. Так. Простая замена табуретки. Еда, еда, еда. Сканировать. Угу. Так вот. Пуфик. Новая схема. Ну, для пуфика нам, наверное, как обычно, понадобится с вами этот, как его, ткань. А с тканью здесь проблемки у нас, ребят. Так, сюда могу. Нет, сюда не могу. Тогда вниз. Так, ты кто? Не представляю, как они проникли в замкнутую систему аквариума, но рыбок здесь больше нет. Прикольно, аквариум у нас есть. Теперь хорошо. Вот это мы все забираем. И если бы я конструировал мусорное ведро, туда бы все поместилось. Интересно, тут мы сможем с вами выбрасывать что-то, или это чисто идет как декорация? Все, все отсканировали. Вроде бы да. Так, наверх. Хорошо. Данное помещение похоже на обжитое убежище, но людей здесь уже давно нет. Подробный план жилого отсека. Так, большой жилой отсек. Хорошо. Блин, я каждый раз, когда нахожу новые отсеки, хочется перестроить свою базу. Так, нам в эту сторону, да, я так понимаю. Так, всем привет. Как она? Смерть наступила вследствие тупой травмы головы около 30 лет назад. Тело мумифицировалось из-за стерильности окружающей среды. Требуется секатор, это я заберу. Ткань заберу. Давай смотреть, это мне не надо. Один из первых прототипов скафандра Брессидж без искусственного интеллекта. Сканировать? Не. Где-то я вижу, тут что-то мы можем вроде. Хотя вроде нет. Нужно ничего не пропустить. Все, что светится. О, смола мне нужна. Это мне такое надо. На любом случае. Так, добыть ткани у нас маловато здесь. Вот реально всего хватает, а вот тканью а вот проблема. Это, стоит рассмотреть внимательнее. Вот это вот, что это? И куда смотреть? Угу. Так, что здесь? Настройки, игра, понизить радиацию, выключить. Ага. Так, настройки, настройки, игра, игра. Давай посмотрим. Погоди, настройки, игра. Понизить радиацию, включить. Протокол повышенной защиты активирован. Порог сопротивления радиации повышен. А что, так можно было? Похоже, мы справились. Задачи датчики регистрации. Погоди.
Настройки, игра. Показать задачи на экране в трех осях. А, все, исчезло. Тренируют значительное снижение радиации. К сожалению, в ядро попало так много мусора, что теперь у нас остается еще меньше времени до его деградации. Рекомендуется исследовать новые области в поисках средств выживания и возвращения в обитаемые секторы космоса. Кстати, вы заметили, как была пройдена третья глава? Мне кажется, что я забыл отобразить надпись об этом. Так, завершить третью главу. Новое достижение. Погоди, а почему оно исчезло? Увидели? Так, игра. А я включил, по-моему, радиацию, да? Если не ошибаюсь. Сожалению, отследить местоположение вашей собеседницы по входу. И если прямо сейчас не сработает какой-нибудь скрипт, то мы здесь застрянем надолго. Непонятненько. Ладненько, с задачей мы справились, это но хорошо. Мне кажется, что совсем недавно началась четвертая глава, нет? Похоже, вы сделали что-то не так, как обычно. Я предлагаю запустить игру заново и попробовать все сначала. Хотя, неважно. Судя по моим датчикам, запущенный майонез полностью поглотился ядром и дестабилизировал его. Уровень радиации опустился до критического минимума. Пора посетить Нормандию, пока еще не поздно. Да, давай посетим. Сейчас только погоди, я долечу до нашего транспорта. Короче, я что-то прошел не так, ребят. Ну, как обычно. Здесь, кажется, я ничего не могу сказать. Так, мне нужно сделать, походу, вот так вот. А не, а как же мне забрать вот эти вот энергетические... Блин, а как мне забрать шары энергетические? Я могу их отключить как-то? Необходимо обезвредить ядро. А каким образом мне его обезвредить? Кто мне скажет? Навряд ли ж там, вот туда, куда мы летим, можно будет обезвредить, правильно я понимаю? Мне же нужно как-то здесь это все сделать. Может, реально я что-то упускаю? Так, тут открыть нельзя. Сейчас, погоди, давай пройдем еще раз и посмотрим. Мне нужно забрать эти два ядра. Может, тут нужно на кнопку какую-то нажать? Но явно не здесь. Явно не здесь, да? Можно сделать такой же. Бесполезный предмет. Не, ребят, нету ничего такого. Такого дизайна в моих каталогах нет. К сожалению, такой возможности нету, да? Ну да. Блин, жалко. Ладно, надеюсь. Потом как-то мы сможем это все сделать. Потому что на данный момент у меня нет такой возможности. Блин, смолы сколько здесь, а у меня нету щупа с собой. А без щупа я не смогу его добыть. Ладно, надо будет потом здесь полетать и посмотреть, как это все обезвредить. Хотя, возможно, если мы сейчас с вами сможем улететь с этой, хотел сказать, планеты, с этого места, то, в принципе, возможно, может, это нам и не нужно будет. Так, ты солнечные кто? Панели не используются на быстроходных судах. Эти конструкции точно не с обшивки лайнера. Похоже, панели все еще работают, и я бы к ним не подлетал. Так, отлично. Так, сканировать. Солнечная панель. Шикарно. Ага, то есть мы вместо энергии сможем с вами устанавливать потом солнечные панели, да? Прикольно. Так, где мой транспорт? Где мой транспорт? Погоди. Ага, вот ты. Вот ты где. Так, полетели. По идее, кислорода нам должно хватить. Да, и надо будет тут все исследовать полностью, как я это делал на других базах. Так, давай вот скафандр.
А это у нас что-то новенькое, я смотрю. По моим расчетам, следующее понижение радиации произойдет через 17 часов, когда перегреется оболочка ядра. Понижение будет значительным и продлится от 3 до 10 секунд, после чего произойдет взрыв и нас распылит на атомы. В связи с этим рекомендуется поторопиться. Хорошо, сейчас поторопимся. Хотя я всегда говорю, не торопись-ка. Ну, сейчас попробуем. Так, ты кто? Угу, ты медь. А у меня, по-моему, дрели нету с собой. К сожалению. Если я не ошибаюсь, впереди раздонная транспортная станция. Видимо, именно ей планировали воспользоваться для эвакуации Нормандии, хотя это вряд ли возможно. Эти станции помогают набрать начальное ускорение мелким судам при отлете от лайнера, но для дальних перелетов они бесполезны. Один вопрос. Откуда здесь столько поврежденных гробов? К тому же у этих гробов есть конечности, оружие и, без сомнения, активный блок искусственного интеллекта, судя по слабым сигналам от их останков. Изучить не могу. И тебя тоже не могу. Жалко. Думал, будет что-то новенькое у нас с вами. Ну ладно. Давай, честно, полетели. Говоря, даже не хочется знать, что все это значит. Насколько мне известно, агентство Брэссидж занимается захоронением трупов, а не их созданием при помощи роботов-убийц. Но эти гробы точно не подделка. Похоже, команда Нормандии героически погибла, сражаясь с гробами, что не соответствует никакой логике. С другой стороны, факт того, что вы до сих пор живы, тоже не соответствует никакой логике. В связи с этим есть вероятность проявления гробами агрессии. Рекомендуется с осторожностью осмотреться и попытаться найти. Большинство систем корабля функционируют в штатном режиме, но потребуется немного поработать, если мы хотим улететь. Да, хорошо, без проблем. Ля, ребят, мы теперь можем с вами... Ага, смотри. Прикольно. То есть мы здесь можем с вами строиться и улететь потом. Штурвал разбит. В остальном тут все в порядке. Это курс автопилота Нормандии. Без живого капитана мы его изменить не сможем. Никак. Даже ломом. Хотя маловероятно, что капитан рассчитал такой сложный маршрут просто так, и нам вообще следует его трогать. Мне нужно время для анализа. Так, ребят, смотри. Мы нашли с вами четвертую часть недостающего штурвала. И... дай сюда предметы. Вот штурвал. Индуктор, титан, смола, электроника. Ну, это я все смогу найти. Дома на базе я смогу это все починить. Это что такое? Индуктор, смола... Есть это такое. Можем заменить и, наверное, улетать, да, отсюда? Так, а погоди. Там что-то мне показывается. Что-то мне показывается. Вот это вот. метров. Так, ты кто? Ты кто? Так, ремонтный инструмент. Ну, это у меня есть. Великолепно. Очень ровно. Угу. Ясненько. Значит, и здесь, да, мы можем так же самое с вами починить. Хорошо, давай слетаем. Блин, если мы сможем починить и улететь отсюда, это будет вообще прикольно. Так, давай смотреть. Почти готово. Угу, и еще вот здесь. Хотя жалко, конечно, заканчивать игру. Я бы еще полетал бы, но я думаю, нужно смириться с этим. Рано или поздно ресурсы у нас закончатся, так что нужно выбираться отсюда. Я так думаю. Прекрасная работа. К сожалению, блоки управления станцией по-прежнему сломаны. Но есть и хорошая новость. Для запуска Нормандии они вообще не нужны. Я просто хотел вас чем-нибудь занять, пока делал важные расчеты. Ля, ты падла. Ладно, ладно.
А полетели, наверное, с вами на базу, да? Полетели с вами на базу и посмотрим, что нам нужно будет сделать. Так. Без ремонта тут не обойтись. Так, требуется двигатель, это есть. Орудий на таком челноке быть не должно. Видимо, для Нормандии сделали исключение. Короче, сейчас полетим, сделаем движок себе. Вот такую машину я хотел себе собрать. Так, изучить, забрать. Что, полетели, нам нужен будет движок, и нам нужно будет сделать себе штурвал. Сейчас мы только кислород пополним. Не знаю, нужно ли будет сюда все свои ресурсы переносить. Я думаю, навряд ли. Давай наклеим сюда постер куда-то. Так, вот так вот. Ага, не получится. Ладно, давай еще раз. Бум. Все. Красиво. Полетели домой. У меня вроде бы все должно быть для создания этого, по идее. Ну, я на это надеюсь, конечно. Возможно, в этой серии мы улетим. Хотя, зная вот этого вот помощника нашего, я сильно сомневаюсь. В любом случае, что-то пойдет не так. Блин, знал бы, что так будет. Я, наверное, давно уже подготовил бы перед записью все эти компоненты. Ну ладно, что поделаешь, полетели назад. Значит, будет серия немножечко длиннее, чем я рассчитывал. Так, а где наша база? Вот там вот, по-моему, да? Какие-то штуки ремонтные появились. А этого не было, когда я в прошлый раз тут был. Ладно, домой. Делаем с вами то, что нам нужно по заданию. Тем более, я думаю, я в любом случае процентов 40 что-то, но не изучил, не нашел и сделал не так. И это нужно начинать все заново, чтобы пройти там, где, к примеру, я не прошел изначально. Да, по поводу материалов, здесь куча всего, и еды, и воды можно себе добыть, и в принципе жить здесь можно. Единственная проблема здесь — это с этим с тканью. Ее очень мало, прям максимально мало. И чтобы ее где-то добыть, это нужно реально постараться найти место. Блин, надеюсь, у меня все есть. И нам не придется по 200 раз туда-сюда летать, лутаться. Ну, если чего-то нету и надо будет долго лутать, то я просто на паузу нажму. И потом, когда найду все, то уже потом и начнем. Так, опасность обледенения. Да не, вроде нормально. Нам осталось тут 500 метров до дома.
Блин, игра, но если я сейчас это сделаю и нажму рычаг полететь, когда починю все, и ты скажешь, что ничего не получилось, я реально, реально психану. Так, давай мы тебя заправим топливом. Есть. Полетели. Блин, я робота хотел бы с собой забрать. Ну, ладушки. Так, снаряжение. Что мне нужно? Мне нужно... штурвал. И что мне нужен? Генератор, компенсатор, титан. Генератор, компенсатор, титан. Так, компенсатор, генератор. Для компенсатора щелочь, титан. Щелочь, титан. Так, щелочь и титан. На титан я не знаю, где у меня лежит. У меня куча всего. То, что нужно, и то, что не нужно, да? Угу. А титана у меня нету, походу. Ладно, это не проблема. Это не проблема. К счастью, этого добра у нас здесь много, ребят. Прям возле базы у нас летает. Ну или, по крайней мере, летала. Так, титан. Водичка мне не надо. Дай сюда. Титан, титан, титан. Стопай, 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 стой, 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 стой. Так, давай мы это тоже разобьем. Сейчас, где ты тут? Все, все. Только давай. Выпьем и поедим. Титан, титан. Все, должно хватить. Я говорю, с такими вот ресурсами тут реально проблем у нас нету. Только ткани маловато там. Интересно, я бы самому сюда долететь бы, ну либо на планету. Либо навряд ли, да, я до планеты смогу долететь. Так, иди сюда. Что я хотел? Компенсатор, да? Мне же нужен компенсатор, правильно? Генератор, компенсатор, да. Так, компенсатор делаем. Есть снаряжение и генератор. Для генератора мне нужно электроника, металл, электроника, металл, электроника и металл. Инвентарь, он хорошо. Давай тут резину скинем. Отлично. Так, генератор, да? Нам же генератор нужен, по-моему. Да, есть инструменты, предметы. Во, двигатель одна штука. Есть. Теперь нужен индуктор, смола, электроника. Индуктор, смола, электроника. Во, делаем индуктор. Сейчас возьмем смолы и электроники чуть-чуть. Так, смола есть и электроника. Все, делаем. Поехали. Бум. Хорошо. Давай все остальное сбросим лишнее, если мы сможем, чтобы не на пол. Блин, лучше бы шкафов бы тут наделали, серьезно. Не, не могу, да? Хорошо. Все, давай бросать. Ну все, по идее... Ёпт, это что такое меня? По идее я улетаю, так что давай, робот, не скучай. Пока-пока. Ну я на это надеюсь, конечно. Пока-пока. А что это было? А, пробоина, да? То есть... Нас, ребят.
Надо смола. Смола и жвачка. И шкребок. Где он? Вот и. Берем жвачку в руки. Подходим и заткнуть. Все, отлично. Теперь нужен ключ. Ремонт. Ремонт не требуется. И вот такая вот штука одетая. Бумс. Все, починили. Полностью до сотки. Ладно, побежали, пока месть у нас оно полностью не разломалось. И я не начал здесь ремонтом заниматься. Только давайте, наверное, мы сделаем вот так. Сохраниться. На всякий пожарный. Мало ли, игра выбит, либо еще что-нибудь. Полетели. Полетели. Вода, еда вроде у нас даже вот тут где-то есть, так что можно не париться, если там нам придется много времени провести. Так, опасность обледенения, хорошо. Это мы с вами пролетим. Блин, надо было костюм оставить дома, чтобы больше места было. Не, плохая примета возвращаться, так что полетели. Хотя я, в принципе, же загрузился, ну ладно. Если придется назад опять ехать, то оставим костюм. Так, давай через кислородную станцию пролетим. Заправим баки, чтобы не тратить кислород в баллонах. И отправимся. Хотя, возможно, нам же топливо понадобится, правильно? Может, мы еще и топливо будем добывать? Блин, хочу сюда на планету полететь. Ну, либо сюда. Все, хорошо. Так, оп, да сюда. Добыть. Привычка, ребят, привычка. Я знаю, что я улетаю с планеты, но все равно нужно что-нибудь себе добыть. Все, полетели. Так, хорошо, что в игре есть этот вот транспорт, потому что я не знаю, сколько лет бы мы туда добирались бы. Ля, чистая звезда смерти. Еп твою. Тихо. Все. Ага, вот из-за чего я брал с собой костюм этого электрика. Аптечки нет у меня, к сожалению, аптечки нету. Ну ладно. Надеюсь, нас там током бить не будет. Так, 33 метра в секунду двигаемся, да? 38, 340. Это я понимаю скорость. И ну, по сравнению, по-моему, с 8 метров в секунду, как мы двигались без транспорта, то это реально чувствую себя флешем. Давай. Так, ваши ставки, господа, как думаете, сможем улететь сейчас, либо нет? Либо придется еще одну серию записывать.
Так, 300 метров, окей. Летим. Все, шикарно. Мы прибыли с вами, полетели. Летели ремонтировать. Должно работать. Надеюсь. Есть. Один раз вы уже такой двигатель починили, но выглядел он как-то иначе. Так, давай. Не подведи меня, пожалуйста. Я проверил курс, проложенный капитаном. Информации недостаточно, но похоже, он сумел рассчитать путь через несколько разгонных станций прямо до ядра. Там мы сможем позаимствовать немного мощности для одного варп-прыжка и будем надеяться, что Нормандия его выдержит. Вот и все. Космос, мы идем. Стартуйте. Стартуем. А как стартовать? А, вот. Ну? Внимание, совершив прыжок, вы временно не сможете вернуться. И что? Ну? А, нужно нажать. Понял. Да ты шо? А, то есть я все, что там оставил дома, это мы сейчас не сможем с вами забрать. Потому что я вернуться не смогу, да? И нам придется, наверное, на этой локации с вами фармить. Почему меня не предупредили? Блин, пусть это будет не так. Надо было реально с собой позабирать все. Хотя ладно, у нас есть сохранение возле базы. На крайняк. Нужно будет переиграть это все. И перенести все, что нужно, на корабль. Надо будет робота-пылесоса тоже забрать. Так, игра, давай. Давай прогружайся. Во. Так, вы можете изменить прошу режим управления Нормандией в настройках игры. Я плохо приношу резкие ускорения. Надеюсь, отвалившиеся по пути детали корабля были не очень нам нужны. В любом случае, еще одно ускорение Нормандия не выдержит, как и полет в целом. Предлагаю найти место для стыковки и осмотреть челнок. Давай. Кстати, хочу отметить, что мощности двигателей не хватает на активацию вооружения. Понял, жалко. Блин, сильно резкая сенса. Прям чересчур резкая, видите? Паранойя – тип хронического психоза, характерный для зрелого возраста. Либо ваша собеседница знает что-то такое, чего не знаем мы, либо она старуха. Блин, это тут... Корабль долго не протянет, но вы не торопитесь. Придется фармить, да? Да я как бы тороплюсь, но ты же видишь. Я не могу быстрее, оно не шифтит. Ну реально не шифтит. Подходящее место для стыковки. Похоже на часть гаражного модуля лайнера. Может быть, там найдутся детали для Нормандии. То есть нам придется 4 раза так делать. Чинить этот корабль. Ну, либо 3, я не помню, сколько там прыжков было. Сейчас посмотрим. Здесь установлена система аккуратной стыковки. Отлично. Или не очень.
очень аккуратно. Двигатели отказали. Так, двигатели отказали. Окей, давай смотреть. Пройдите на стойку регистрации. Это не просто гаражный модуль, а уцелевшая диагностическая станция. Вот только по голосу не похоже, что она работает в штатном режиме. Угу, прикольно. Вода, еда. Диагностической станцией. Других причин для такой травмы я не нахожу. Этот работник, видимо, видел смерть предыдущего и начал убегать. Не глядя. Без шлема. Так, титан, титан. Хорошо. Металл. Панель диагностики работает. Хотя эта деталь явно лишняя. Не трогай. Вставь обратно. Ну ты чего? Вставь обратно. Так лучше. А можешь еще прокрутить? Нет? Ладно. Мне кажется, в таком состоянии мы от нее ничего не добьемся. Эта штука коротит ей мозги. Так. Окей, я понял. Это еще не финал. Так, давайте так, смотри. Если вам игрушка зашла... И вы хотите, чтобы я дальше продолжал ее дальше снимать до логичного финала, то просто напиши в комментариях, и я продолжу. Нужно будет это кио загрузить заново, это как его сохранение, перенести все свои вещи в наш корабль, обыскать полностью всю ту локацию, которую мы с вами не обыскали, ну то есть позабирать все подряд. И тогда можно лететь вот сюда. Так что все. Если интересно, напиши в комментариях, поставь лайк, не знаю, там подпишись на канал, продолжим. Если не интересно, то значит, в принципе, на этом можно, я думаю, пока миссия заканчивается с этой игрушкой. Так что все, решать вам, ребят. Все, всем пока-пока и до потом.